Так, поехали. Buddy left your channel. Разбойники, уйдите все. User was moved out of your channel. Так, нашёлся. Кагуарским смиром налево. Странник на центр, таби право. Мы со стороны. Значит, я хочу попробовать евреев. Попробуй. Мы с синей стороны играем. Да. Да. Мне просто понравилось. К машинке подъехал, снабжение. 20 лохатов зарядил, и им стреляешь. Я не знаю, мы, конечно, можем в 5 наземок разъебать пьедестал, но... Запасемся от Максимки бидонами и... Нормально, чё? Как вам такой ход? Он все равно меня перелетает, но... Да, или там всё-таки Тимош мне пойти? Может полететь. А? Там Тимош может полететь. Зная Макса, полетит Макс, потому что ему лень микроконтролить и танчиками управлять. Ему проще. Взял самолетик, сбили, взял еще самолетик. Ну, у меня их больше, кстати, самолетов. Ладно, я тогда прямо на самое лево. Ты кто там? А где джавелинчики, я не понял. А джавелинчики теперь в страйкере с пехотой или где-то там. Димка их в отряды добавил. А. Да, у тебя в каждом отряде, считай, джавелинчик есть. Я налево, получается. Да, ты налево с этим, с кейсмером. Я поехал в глубину тогда, а ты бери точку. Вот сюда туда иди. А, кейсмер, может быть, я тебя перекину на центр право. Может быть. Так что учти. Yes, sir. Что у них ВДВ, что ли? Может быть. Просто такие шустрые. Занимай поле тогда, если получится, освети. Я видел, что они проезжают. Я начну двигаться туда. Страйкер приехал. Максилин на танках. Значит, Тимош летает, окей. Неожиданно, кстати, неожиданно. Вот я вам что скажу, потому что Максимка в наземке. Буда на центре. Я ему сейчас... Блядь, не, я ему ничего сейчас. Самое интересное, насквозь пробил башню Тэшки, а и Фокс. И Фокс, ты тут. Ну, она там, да, заклинила, ну, блядь. Ребят, бардак на центре. Тормозите. И там танк, слышишь, этот странник, смотри, танк здесь. Какой танк еще? А ты уже ебанул, нихуя ты шустрый. Ребят, авиация скоро будет, через 20 секунд. А шилки вы выбиваете нахуй, тогда будет авиации больше. У нас как бы ее и так больше, но все равно выбивайте. Зачем? Что ты делаешь, джавелинчик, мать твою? Зачем? Что он делает, расходы? Джавелинчик? Он боекомплект расходует. О, блуда не ожидает. Ну и растрачивает бейком. Блять, у меня пехотинец Хамбика перестрелял, убил
Блин, до хера, короче, он сделал. Я надеюсь, Брэдли нету пацанчика с джевелином. Нет, надо вот здесь захватить, у нас точка потеряна здесь. Только страйкеры есть. Ребят, поддержка будет сейчас. Кстати, кто-то там приехал, у них вертушка. Да, я F-16 взял, я, может, с F-16 сами, хуй его знает. Боится. Да что ж такое, снаряд пролетает насквозь. Понимаю, прикола. Заебись. Я не знаю, у меня бот все скидал, все ракеты хуйнул, короче. Я пустой. Этот самолет идет нахуй, я беру ПТшный. Ребят, на центр подсветите и справа там побольше пехи. Просто технику справа подсвечивай, будет ситуация, я тебя повыбиваю. А так тебе странник из чё там танчик, нет? Чё там по центру? Ой. Да, танчик я выбил, танк. Сейчас танчик выбил. Две для уверенности. Одна и вторая. Миссил. Ребят, у МВВшник, есть ПВО? Миссил. На центре полно. Блять, у меня блин, нет? Да. Поебись. Ладно, ребят, я на перезарядке, ПТ я потерял, но танк выбил. Блядь, нет, блядь, пизда. Я не знаю, почему, он летал на высоте, я что-то вверх-вперед и проебал момент, и он в землю уебался, ладно. Минимум. А, слева нет, есть техника, могу выбить. Я взял ПРР. Там радар включен. Заебись, сейчас минус шилка будет. Охуенно. Давай, я пока джавельничка подведу. По другой цель долба. Тима ж забыл шилочку выключить. Блять, сука, что-то не навел. А, навелась, давай. Еби ему. Давай, хуяк. Да, блядь. Ребят, у РБшек есть что-нибудь? Блядь, а как так? Блядь, а как? Сука, как он сверху-то так прям хуяк и этот? У меня лаватка не хотела по нему стрелять. Да не, понимаешь, ракета как будто, знаешь, не с этого не с крыла, а такое ощущение, знаешь, под 90 градусов просто пошла. Ладно, ребят, беру РВ, патрулирую тогда от воздуха. Ничего больше не остается. Надо 4 точки отхватить. Ребят, если захватите справа, вот здесь. Здесь проем. Это для меня нет вообще внимания. ПВО все равно берем побольше. Да, теперь джевелинщиков много. Много и не бывает. Хорошо. Ребят, что за самолет? Разворачиваюсь, не успеваю. Сбил. Заебись. РВшника нет. Ждем ПТ или... Да, ПТ какой-нибудь будет. У евреев пехоты мало. Ну, может быть, в будущем этот...
Сайрат Маткал спецназ может будет. Значит, свободно есть маджахет, будет слушать. О! На БТР-82 выбери весь экипаж с браунингом. Mm-hmm. Добивай его, добивай. Я перестрелял. Паш не стреляет. А, странник, если можешь, помогай справа. Вот заткнуть вот эти дыры здесь. Из него ебаное решето сделано, а он еще не сделал. Паш, не ухерач. Ой, достаточно, что он не сможет стрелять. О, походу все, да. Ребят, что за самолет? Не знаю. Ударный бомбардировщик. Я вижу. Ребят, у них двое на авиации. Серьезно? Двое? Да, Макс он. А, да, лол. Макс. Так, значит, надо начать давить какой-нибудь план. Ребят, давите. Ну, Корнет или что там? И Тимош его, а, точнее Макс его... Конкурс вроде. Конкурс, надо долбануть. Бум. Далеко наш ПО. Понимаю, блядь. Шелку высадил. Не надо было их патрулить. Ладно. Я сейчас справа помогу. Мне все равно до самолетов хуй его туч времени. А Буда, есть бинокль? Блядь, у меня пилот живой, заебись. Я был. А чё, беспилотника нет у тебя, что ли? А чё, Димка убрал его? Как хорошо теперь с джавелинами, а? Вот сама всё отстреливать, я даже не успел перевеститься. Ну это я воевал. Да, и... А Таби, у тебя танк, да? Я тебе выбью танк. У меня танк, я его из-за домов не вижу. Я... Таби, подсвети там справа, я просто к тебе уже лечу. Там подсветить? Да, 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 я на Апаче. Ага. Ребят, я сейчас справа, не могу. БМП выжила после... Класс. Они вообще какие-то делают. Пару финансиров. Это потому что неправильно. Класс. Сам сейчас видишь? У него башни нет. А, стрелы нет. Давай давить пехоту, да. Добивай его, добивай. Слышь, он поломан. А, у него пушки пехота. Нет, у него пушки нет. Ладно, я пока АФК, ну с вами, блядь. О, у них самолет сидит. Что значит АФК, ну с вами? Ну, жду таймера, короче, вот так. А-а-а. Да. Защитник да, ну, мой, как бы шатовый, мать. Ее в лоб и в борт ломает, только читай нас. Подскажите, тут дыма есть, нету? Есть. А у меня нету. Стрелял. Или ты не можешь нормально? А Таби, я вынес АГС, нет? Есть. А хрен его знает. Почему-то пометки я не вижу дыма. Чини колеса. Он просто стоит и попадает.
Ребят, у них двое в поддержке, так что давите. Твою ж мать. Попадай, я в конкурс в упорку. Или просто Тима ждал РВВшник Макса. Санчес, ну, не принц есть. Есть, да? Сейчас, ну, я его сам попробую. Ребят, сюда вы пихи, тут никого нету. Захватите эти точки. Просто пустота, они не покрывают их. Таби, можешь туда пехоту кинуть? Могу, могу. Да, давай. Я сраный Т-72 не могу пихнуть, ему просто насрать на все. Кажется. Т-72, Б-3, 16-го года. Бэха. Ты что, деривация стала бы? Нет, деривации у них нету. Стоп. Там... Вот это не может уничтожить чем-нибудь, он не убивает. Я... У меня будет... Сейчас о, скажу. Спасибо, через... У меня через минуту только будет самолет. Ребята, вот эти точки надо занять. Здесь стоит метис. 28-ка летит. А, 28-ка? Блять, я тогда РВВ беру. Сейчас. Вылет. Блять, ну нахуя тогда РВВ взял? Блять, ну ребят, ждем тогда до F-16, скоро будет помощь. Ты поспеши, у нас ПВО хорошее. Блять, хуй его знает, потом пролет, мне все выбили, надо же поддерживать вас. А вот тут шилка этот, как его, странник. А, смотри, бери Хаммер Тул, заряжай Тул 2Б и хуйни по ней. Синяя такой Тул, да? Мне не хватает 1 метра, чтобы уничтожить вот этого. Мерховой. А, так почини ее и этот... Ну, не сейчас почини мерковую и шмак. Ну, я думаю, метр за перестрел не считается, да, ребят? Метр, ладно, пусть не. Но когда 5-10... То... Ну, вот просто вот танк не попадает. Вот ты стреляешь, он 5 раз не попадает. Ну, если что, делаешь неправильно. Ну, что неправильно? Жду пока, ну, на месте все стоит, как бы. Расстояние маленькое. Так не могу. У танк меня через 142 очка будет самолет. А, не, все. У нас слева двигается. Вот, Андрюха, в бочину ему въеби, давай, я в тебя верю. Я кумулятив заряжу. Да похер. Промазал. Ты ему прям в этот, да в лоб попал. Не работает, у него все попадает. А он мажет, он жестко мажет. У него пристрелка еще не произошла, да? Ты попал в этот, прям, да, в скулу. А вот он в НЛД, блядь, захуярил. Живой, нет? Нет, наверное. А с чего это тебя так ебанули? Корнет? Авиация, скорее всего. Не авиа, да. Вылетаю, я иду за ним. Значит, я не зря взял. 22. Ребят, мой странник, вы можешь пеху вот туда выкинуть? Видишь, две точки просто вот здесь. У меня там даже пехи лазят. Пол отряда хотя бы какой-нибудь дубогого туда, я не знаю. У меня через 90 очков будет F-16. Мне вот эту хрень надо убить. Меня она все выжигает. Отряд убил. Наверкаву убила. На спер же ракета Абрамс создал. Самолет сбил один, ребят. Отлично. Петя, ты 90 краш. Никто не может помочь. Я могу, конечно, его позапутать. У меня лангов нет. Че там?
Ну сейчас F16 будет, я выбью тебе бэху. Ты мне шилку вот эту выбей. Нечем, мне всю технику выбили. Всю, да? Ничего нет у меня по технике, едет. У Тимоша целая, а скелета целый отряд сидит в грузовике. Понятно. Ну видишь, где я его вижу, там я его вижу. Сейчас у меня только есть машины, чтобы начать убивать. Ребят, у меня сейчас 90 как раз. А. 50 очков. 50 очков и будет налево. Так. 35 очков. Ждем. Как минимум. А, просто стрелу выбейте, пожалуйста. Я к вам прилечу. А хотя у вас там техники нету. Да, вообще ничего. Я тогда пойду направо и на центр помогать. Тебе только БМП-3 мешает, да? Да я потерял, сейчас не вижу где. А возьми бинокль где-нибудь вот отсюда с горки посвети в деревню. Сейчас будет помощь. Или вам бомбу, или тебе бомбу скинуть куда-нибудь сюда. Если чтоб дальше. Я не знаю, пока мне ведь тех сейчас будут засечь, скажу тебе. Давай бомбер возьму, через 2 очка. Ребят, может вам бомбер налево, нет? Займете там, если отбомбить? Да. Тут нужна просто поддержка пехоты, помимо моей. Странник, давай тебя отбомблю. Или Таби, тебе надо там, пройдешь дальше? Да, давай. Просто бомбы там, метку, да, метку, давай, метку давай. Дай. Да просто еще много пехоты. Вот БМП-3. Да, я уже бомбер взял. Ну, может быть, она попадет под раздачу. А, Таби, сейчас подлечу, ну ты видишь, да, или еще пока не. Повторишь метку потом. А почему Reaper убрали? Охуенная штука была. А, Таби, повторяй метку, а то сейчас пролечу. Я нажимаю, у меня ничего не происходит. А, ну вот. Миссу. Живой. Я на перезарядку. Почему ракета? Давай, Таби должен продвинуться. Машина, сука, дорогая, 100 очков. Ёбаный рот. На аэродроме там, кстати, поаккуратнее с вызовом техники. Сейчас раздолбал, если вот здесь можно бомбиться. Сейчас, ребят, мне 20 очков до этого не хватает. Таби, ну как, нормально отбомбился? Пройдешь, да? Да, стрелу 10 не заваншой. Я бы его в туре бы. Смир, давайте пехоту подальше на поле. Издалека начинаешь полосить. 5 очков, и у меня будет еще раз бомб. Ну, перезарядусь, конечно. Снайпер не попал с наводкой, а пулеметчик попал. Может,
стабе продвигаешься, да, дальше? Вау! О, хорош, ты ему движок выбил. Или что-то поджег. А смотри, тут бережок аккуратный, кстати. Вижу, вижу самолет. Мирка, жопа. А, не выжил, тонкануло. Я туда не полечу. А не летит, там ПВО много. Да, да, я вижу. Я не потамшило, куилок, а я на низких еще был. Блин, мы еще можем 52 сделать, если вот между центром и правой туда кинем пол отряда. О, штурм С. Ну, нам кинул. И хера там у него. РБКшка им, помню, долбит. Сдалека. А. Я тоже туда пролететь не могу за ним. Хотя, если хотите, могу попробовать, если вы запаслись достаточным ПВО. А нам РБ может оттащить мерковом? Может. Почему мерковой троса нет? Так, самолет у меня перезаряжается. Пешка раскатала всех. Корнет, бляха-муха. Санчес, дальнобойный есть? Не, я жду самолет сейчас. Жду самолет. Может, летать за ним или не стоит? У них там целый ВВС-парк на респе. Я уверен. Через ваш лево. По краю. Можешь попробовать? Вот это. У них там с ПВО. Бомбер. Я не знаю, Макс у них на авиации. Бомбайтник. Бин. Не мой. Так, мне УРВшник надо перезаряжать, ребят. Сейчас надо подниму. И Абрамс сюда по обувных Абрамса стоят. И имею корнет. Ну, пока преимущество у нас. Это в этом районе. У меня бомбер будет, хотите налево? 90 приехал. Ну, у меня тоже убить ничего. У меня там только едет. У меня 130 очков пока нет. Завелины. Они у меня закончились. Ребят, может кто-то ремку на респе кинуть? Возле аэродрома ближе. Да, ближе. В принципе, я сейчас кину. Санчес, куда? А, да возле аэродрома, где полоски. Вот туда кинь и все. Только с аэродрома уходи, я на посадку уже иду. Ну да что-то не садишься-то, я понимаю. А, понятно, так. Он что, сакет для джавелина? Машина смотрения. Ладно. Сошьем на маку. 70 очков. 70 очков. А бомбер будет, ребят. Уже почти перезарядился. Минуту, наверное, где-то и. Блин, у меня падение производительности, у меня провал начинается. Вот бесит. Так. Я не знаю, я могу F-35 ударный взять с дальними ракетами. Хотите? Класс. Шилку нечем выбить. Таймер загорелся и меркет отбивается. Ну сейчас F-16 будет. Санчес, давай. Выбейте шилку, только шилку выбейте, все. Да ё-моё, сейчас 90-ик сейчас долбану. 90-ик-то я бы тебе выбил. Ну что ж такое-то, последний момент, сука, 35 очков.
долго. Ну, у меня сейчас бомбер уже почти готов. Одна палочка осталась. Куда бомбы кидать? На конкурс все-таки идет. Ребят, бомбы на центр или вот налево? Вот здесь корнет. Да, на центр хотел сюда. Но у меня их немного, у меня их немного. А немного тогда надену. Ну, там... Корнеты все разбомбить надо слева. Ну, дадите метку. Вон корнет один стоит. Ну подожди, я еще не перезарядился, я жду. Вот здесь второй корнет. Ребят, так на какой, левый или правый? На один вот и на любой. Что за самолет летает? Блин, там... Так. Ребят, куда... Блин, там шилка, ребят, я... И что тебе эта шилка? Он... 35-й за мной, ребят. Все, меня сбили, я ничего не сделал, заебись. А нет, меня не сбили. Короче, ребят, я на центр кидаю, мне не даст этот странник, давай метку, куда? Бомба, вот быстрее. Туда. Я под танк я не убью, наверное. Не, шум на трак поставил. Это бью сейчас. Блять, меня поломали. Ой, я танк выбил? Охуенно! Да! Охуенно. Нет, не выбил. Жив. Ребят, что за херня? Кто справа со мной играет? Кинспер. Я. А я иду на посадку, что? Сейчас будет... Блядь, сука, я не успел. Ладно, я беру F-16. Танк занимать, пытается, будет занимать танк, нахуй. Ты нихуя, я нихера не вижу танк, не видел от тебя. Ребят, подсвет налево, сейчас буду работать. Ты себя проебал, что ли, мгновенно? А, это мой танк стоит. Вот два моих танка стоят. Вот дальше стоит. Да, мой дальше стоит. Мой еще можешь посмотреть. А, ну он уже еще. Ладно. Хули толк, сейчас он там. Отберут танк у нас. Который мой стоит, в нем БК нет. А в моем есть. Его могут сейчас отжать, я поэтому уничтожаю. Грач летал, что. Да. Я бы с удовольствием бы прорашивал бы сейчас лево, он там до хера корнетов, а авиация не хочет. Ну, это тоже мне помешало, так, из танка поворот. Блядь, он меня, сука, с дальней ракеты сбил, ну, блядь, ну это пиздец. Я не знаю, выбил танк, нет? Да. Из того, что авиация ни хера ничего не уничтожала, нам раздолбали все ПО. У РВ сбили. Мне ПО только что еще забили. Ну, у меня точек больше, по очки пока нам капают, так что нормально. Странник, пробуй дальше продвинуться, я же его разбомбил. А теперь меня давят, потому что авиация просрала все полимеры. Да нет, у них ракеты луж на улице. Граник. Хотя, что они у меня все время гранатометы в руки берут? Их потому что видят где-то далеко. А, Таби, у тебя как там дела? У тебя, без... тебя атакуют? Нормально. Или... Заряди бронебойные и долби под калибер. Хоть один бакарнет уничтожил авиация. Да понимаю, я же тебе сказал, мне не дали. Я хотел бомбером туда, там Су-35 был. Но полетел бомб, меня сбил как говно. Я хоть центр разбомбил. А 10-м против Су-35 он даже не даст подлететь. Я бы у вас в тылах упал. А, так. Но у меня через 100 очков будет поддержка, а 10-й. В принципе, я могу... Заказывай только пехоту, не надо... Блядь, мне корнет через дымы бьют. Это штурм. Он не через дымы, а тут отсюда. Тут дыма не было. Странник, иди помоги налево. Он тебя все равно не атакует. Или атакует? Ну, атакует как раз. Сейчас ударный прилетел. Вылет. Ну, блядь, 100 очков не хватило опять. Ну, ебаный в рот. Был бы у нас этот 700 против 200, тогда бы победа наша. А так что